Tengo miedo de perder y perderte después.
Сейчас прозвучит песня группы Garbage и целого мира мало в сопровождении ансамбля Jam Band. Саундтрек из кинофильма «Звездные войны», а также джазовая композиция Пола Десмонда «Take Five». Thank you.
Евгений Жарковский, танго «Полустанка» из репертуара Клавдии Шевченко. Исполняет Вера Квасенко. Сейчас для вас прозвучит саундтрек из кинофильма «Криминальное чтиво» в исполнении ансамбля «Джамбейт». Thank you.
услышите в исполнении ансамбля знаменитое произведение Арама Хачатуряна «Танец с саблями» и джазовую композицию Джека Фина «Шмелиные буги».
теперь в заключении первой части сегодняшнего вечера для вас прозвучит песня о Великой Отечественной войне Игоря Лученка «Майский вальс» в моем исполнении в сопровождении ансамбля «Джанбэй». Наталья Гусь, фортепиано.
аккордеон. Павел Белый, бас. Григорий Иванов, ударный. Мы заканчиваем сейчас, прервемся на небольшой перерыв. Да? Как по времени? Или по времени уже солить? Да, мы прерываемся на небольшой перерыв, но мы продолжим. Спасибо. Солистов Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сейчас вы услышите произведение Владимира Медведчука «Кватера». Солистка Ольга Дедюхина, флейта пика. Thank you.
небольшой перерыв на салют. По времени. Еще немного танцевальной музыки. Зима? Нет? Не зима? Или зима? Thank you.
Музыканты спрашивают, а желаете ли вы посмотреть салют? Итак, мы продолжаем. Восполнение ансамбля солиста БГДРК для вас прозвучит «Цыганочка». Солист Виталий Махорин. Thank you.
Пабло Руис Суэй в моем исполнении в сопровождении ансамбля солистов БГДРК.
романс Матвея Блантера «Кони звери». Прозвучит тоже в моем исполнении в сопровождении ансамбля солистов БГДРК романс Арно Бабаджаняна «Сердце на снегу».
полет под морозной синевой. Thank you.
клавишные. Дмитрий Синёв, клавишные. Виталий Магорин, балалайка, гитара. Ольга Дедюхина, флейта. Олег Белокуров, аккордеон. Павел Белых, бас. Григорий Иванов, ударный. Ждем вас снова и снова с Днем Победы! Спасибо!